сказать буквально два слова. Когда-то очень давно мне подарили диск песни из кинофильмов на стихи Акуджавы. Мне было, наверное, столько, сколько вот ребятам, которые сейчас исполняют. И вот с тех пор имя Булата Акуджавы для меня значит очень много. Я очень рад, что спустя 30-35 лет, почти 40 лет, мои дети и друзья читают стихи и исполняют песни Булата Акуджавы. Я хотел прочитать одно стихотворение. На белый бал берез не соберу, холодный хор хранит свое молчание, кукушки крик, как камешек отчаяния, все катится и катится в бару. И все-таки я жду из тишины, как тот актер, который знает цену чужим словам, что он несет на цену, каких-то слов, которым нет цены. Ведь у надежды всегда счастливый цвет, надежный и таинственный немного, особенно, когда глядишь с порога, особенно, когда надежды нет.